Два года колонии общего режима. Такой приговор вынес Кировский районный суд директору фирмы ЖБИ «Комплект» Алексею Казакову за уклонение от уплаты налогов на сумму 46 миллионов рублей. По данным следствия, в налоговой декларации включались заведомо ложные сведения. Реальные металлоконструкции, которыми занималась организация, не закупались, деньги не тратились. Средства выводились через фирмы-однодневки по поддельным документам. Тем самым фирма увеличивала свои расходы и уменьшала налогооблагаемую базу. 43-летний Алексей Казаков признан виновным, фирма должна возместить ущерб, а защита намерена обжаловать приговор.